Добрий вечір, шановні колеги. Після матчу прес-конференція головний тренер «Металу» Олександр Миколайович Кучер. Будь ласка, Олександр Миколайович, спочатку загальний коментар по сьогоднішній грі. Будь ласка. Хороша гра. Вдалась сьогодні. Удачно для нас сложилась. Забили быстрый мяч. Второй, третий. Москва уже проходила по нашу диктовку. Контролировали ход действий полностью. Что молодцы ребята. Хорошо сыграли. Будь ласка, колеги, є запитання? Будь ласка. Оцініть, будь ласка, конкретну гру Еберта Новачка. Чи виконав ваші передмачові настанови? Еберт, конечно, тяжело ему входить, еще принципы игры немного не понимает, были некоторые ошибки, но видно, желание есть, старался добегать, подавать. Ничего, будем еще работать, будет прибавлять. Будь ласка, еще запитание. Пусть, пожалуйста, в целом соперник, конечно, был классом ниже, но кто-то наверняка запомнил своего ребят, молодых, которые стремятся показать и уровень металла и достигнуть его именно. Мы смотрели, разбирали некоторые игры, конечно, в ремонте тоже готовились к ним. Мы знали, да, ребята молодые, много желания есть, хотят доказывать, играть, есть хорошие исполнители. Мы прежде всего толкались от своей игры, не дать им разбежаться, сыграть плотнее с ними, чтобы не было у них уверенности. И сделать результат в первом тайме, быстрый мяч, который нас раскрепостит, дал нам больше уверенности. По Латыни, что скажете, перемогу, который в Кулебасе тоже сражался один, да. Практически, да? Да, тоже видели хорошего вратаря, хорошо стоит, видно, командует игрой, ведет, подсказывает, идет от него хороший вратарь, ждать удачи ему хочется. Сейчас борьба обостряется, с учетом того, что сегодня Металлург потерял очки, что скажете, оценка вашего дальнейшего хода, как будете оставлять команду на свои игры? Мы будем точно так же продолжать работать там же русле, и у нас каждая игра должна это максимальная самоотдача, а не только победа. Спасибо. Глазко. Александр Николаевич, с победой. Вы сегодня выпустили Жо на другой позиции, на позиции центрального нападающего. Как вам больше на какой позиции из этих матчей импонирует? Слева или в центре? Жо универсальный игрок на нападение, он играет слева и справа, в атаке может играть, так что это не зависело от. Кого-то просто мы поменяли немного, некоторым ребятам дали отдохнуть сегодня. Выпустили других ребят немного ротации, потому что через три дня на четвертой играть все-таки мало кто играл в таком ритме и давали немножко паузу. Ще запитання? І, до речі, уточнення щодо ротації. А коли інші голки перевидуть на поле ФК «Метал»? Поки Канец стоїть. Хорошо в воротах, он тоже получает уверенность, долгое время не стоял, нету смысла сейчас менять. Все, дякую. Спасибо большое, до свидания.